Американский телеканал CNN удивил всех своим знанием, а точнее незнанием географии. На карте, представленной в эфир в качестве иллюстрации к новостям из Украины, эта страна оказалась частью России. Ошибка не смутила ведущего, который, комментируя ситуацию, постоянно обращался к инфографике на карте. Напомню, что на прошлой неделе CNN также оказался в центре внимания после того, как назвал воюющие на Донбассе украинские войска проамериканскими.